Всем привет, меня зовут Артём, и вы находитесь на канале Спортгуру. И сегодня я расскажу, как ухаживать за вашими перчатками. Погнали, первым действием у вас обычно мокрые бинты после тренировки. Просто помойте их и повесьте на батарею. Дальше у нас получаются перчатки, смотрите, они внутри тоже мокрые. Получается, их надо положить около окна, чтобы они проветривались на ночь. Чтобы это лучше делать, смотрите, мы берем бумажку туалетную или обычный лист А4 и кладем его, где мокрое, чтобы впитывалось больше. Если вы не будете вытаскивать из вашей сумки после каждой тренировки, они начнут пахнуть. Но если они начали пахнуть, не волнуйтесь. Есть несколько способов, чтобы убрать ваш запах. Смотрите, у нас есть обычный активированный уголь. Положите 5 таблеток на ночь и положите около окна, и они возьмут в себя плохой запах. Есть еще обычный чайный пакетик, который у каждого, наверное, дома есть. Положите его тоже на ночь себе в перчатку, кому надо сахар. Вот. И он тоже впитает в себя запах. И сейчас я расскажу вам один челлендж. Погнали! И этот челлендж, смотрите. Надо потушить кулаком эту свечку. Раз, два, и... Как это?